Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Даридий, и мы играем в приложение ВКонтакте, продолжим играть в игрушку Охота Онлайн. Так, нам предлагают купить винтовку по выгодной цене. Действительно, стоимость пакета 75 голосов, а так можно за 15 купить. Вот кому надо, в принципе, торопитесь. Ух ты, вы получили подарок. Боеприпасы. Выполнены из алюминия, благодаря чему полученные травмы на 20% больше. Одного колчана хватит для одной охоты. Отлично. Можно поблагодарить. Что я отправлю ему? Давайте отправим припасы. А, я за 3 бакса потратил. Блин. Они мне, в принципе, пригодились бы. Степан Гордичук. Привет, я пытаюсь послать в области Трансильвания. Ты предоставишь мне часть карты. Давайте отправим. Так, что у нас тут есть? Задание. Так, новое задание доступно через 17 часов. Нужно застрелить 15 лисов. Давайте. У нас, значит, сейчас... Бадьонское озеро, ну давайте начнем. Тут водится, значит, у нас серый волк, утка и Даниэль. Отлично. Мне нужно улучшить свою винтовку. Давайте попробуем. 540, я думаю, мне хватит. Отлично. Ну теперь можно уже начать охотиться. Так, давайте сосредоточимся. Так, в висок можно попасть, можно в область легкого. Я вообще как-то жалко на них охотиться. Я люблю животных. В принципе, это игра. В игрушке можно и поохотиться. Я считаю, вообще животных нужно убивать только тогда, когда это реально необходимо. Для пропитания. Поражение. Что мне нужно сделать? Ты не должен возвращаться к началу задания. Воспользуйтесь секундомером и просто играйте дальше. Дорого стоит один секундомер. Стоит 8 баксов. На один раз. Так, задание. Настоящий стрелок. Застрели одного лань, пока не убежит. Застрелить одного волка, пока не убежит. Перезагрузка, давайте. То есть надо два раза в него попасть. Ух ты, эпичный момент. Жалко, конечно. Но задание мы выполнили. Получаем деньги. Отлично. Так, следующее задание. Так, одно из самых красивых озер Европы, расположенное у подножия Альп. Изумрудная вода и величественные горы, пики способствуют тому, что охота становится еще больше вдохновляющей. Давайте, нужно застрелить две однозвездочных лани, пока не убегут. Две однозвездочные лани, ну, давайте попробуем. Вот она первая. Блин. Отлично. Сразу можно перезарядиться, в принципе. Я больше не вижу их. Однозвездочные лани. Далековато. И что, больше никого не будет, что ли? Вот она. С одного патрона убью, нет? Ух ты, висок прям. Так, успех. Отлично. Идем далее. Дальше.
Бадёнское озеро. Найди и застрели одного очень редкого белого волка. Белый волк. Давайте посмотрим. Может быть, нам удастся его найти. Ух ты, идет дождик. Погода суровая. Белый волк. Это ты? Похож. И все, что ли? Отлично. 150 золота и опыт. Продолжаем. У нас еще на 2 охоты есть. Нужно диапазон улучшить. Давайте улучшим. Деньги у меня пока что есть. Далее. Застрелить 2 однозвездочных волков, попадая в чувствительные точки. Вот он. Ту ж мать. Я думал, он на меня хотел напасть. Так, попадание в легкие. Отлично, это была самка. Вообще жалко, конечно, зверушек, но куда деваться? У меня еще один бой остается. В чем, кстати, сделали? Мы, кстати, лисиц так и не застрелили. Ну, в принципе, можно потом в побочных заданиях пробовать постреляться, если нам дадут, конечно. Бадёнское озеро. Застрелить 2 лани, пока не убегут. Из дробовика. Отлично, давайте. У меня же дополнительный... Прошу прощения, дополнительные эффекты есть. Ну, в принципе, я думаю, они мне пригодятся еще. Дробинки такие летят. Так, попали. Все, больше я играть не могу. За 10 можно полностью восстановить энергию. Так, ну, мы этого делать не будем. Давайте, что у нас тут еще есть? Тут ничего нет, есть в первой области. Можно попробовать переполох. Свободная охота. Ну, все равно энергии у меня нету. Мы не сможем ни в что с вами поиграть. А, у меня, в принципе, через 10 секунд появится еще один бой. Можно будет подождать, почему бы нет. Интересно, сколько, через сколько они восполняются. Энергия. Каждые 10 минут. То есть каждый час можно будет играть. Стартовый пакет. 6000 золотых, неплохо. Так, ну что ж, я предлагаю все-таки задания выполнять. Застрели одного волка во время бега. Застрели 2 лань во время бега. Во время бега нужно застрелить их. Так, вот он, лань бежит. Так, пока никого не вижу. Лань. И остался волк только. Вот он, волк ушел. В сердце, что ли? Бедный волчок. Жалко, конечно, их. Ух ты, какой-то, смотри. А, белосвежая пуща. Бонусная область. Ты имеешь 0. Завершена миссия 10. Нифига себе. А почему я не знал об ней? Об ней. Беловежская пуща. Купить 1 штуку, 1 билет за 5 баксов. К сожалению, у меня нету 5 баксов. 15 голосов стоит 80. Нифига себе, 15 голосов, 80 баксов. А стартовый капитал, интересно, сколько стоит? У меня же там был стартовый капитал, да? По-моему, я где-то видел, да, его? В самом начале.
По-моему, там 6 тысяч золота было, 6 тысяч баксов. А, нет, 600 там было баксов, да, 600. Так, 208 голосов, 3 тысячи баксов. Нифига себе. Жестоко. А, да, там было за 85 голосов. Или за 70 голосов, что-то я не помню. Ну, за 15 голосов можно было 600 баксов получить. Пока что не будем прокачиваться. Вот, ну что ж, неплохо поиграли. Я думаю, правда, маловато. Было бы хотя бы боев 10 можно было поиграть, было бы круче. Вот, ну что ж, я думаю, с вами можно попрощаться. Вот, в следующий раз, если поиграем, то можно будет попробовать Беловежскую пущу поиграть. Я не знаю, вы пишите в комментариях, стоит или нет, если... Если стоит, то мы с вами попробуем поиграть эту пущу. Пока что я с вами прощаюсь, ребят. С вами был Даридий. Не забывайте ставить палец вверх. А пока что всем до скорого. Пока-пока.